хочу поспать. Ну, ложись, спи. Всем доброе утро. У нас уже сок готов с утра. Сейчас процедим. Где это? Вот Вовка, помощник мой. Молодец. Процедить. Чтобы это был не смузи, а сок. Потому что смузи это еда, а сок это вода. Лекарство. Это лекарство для нашего организма, исцеляющее. Вов, ты ровно держи, смотри сейчас. Все, спасибо, молодец. Сок тайм, сок тайм. Джуси, джус тайм, джус тайм. Мама, пожалеешь меня потом? Хорошо, а что ты? Просто я, вот это, когда ты приехала из гор, я порезался. Да, надо заклеить, давай заклеим. Нет, оно уже у меня не болит. Хорошо. У нас уже был лейкопластырь. Ой, хорошенько. Много. Мышонок таким образом греется. Замерз? Одевай кофту. Да. Так мы в садик собираемся. С одеялом вот. Из-под одеяла вылез. Сегодня у нас холодно. И дом. Тёма. Холодно. Одевайся. Ножками. Ножками? Красавчик. Нет, нет, дождевик одевай. Прям одевай. Сейчас. Зачем тебе эта вода? Чтобы топить. Ну, таскать ее тяжело тебе будет. Нет. Оставь ее. А что мне пить? Там тебе пить нечего? Ну, там вот это. Все, когда хочу пить, уже все почти выпили. А, все, бери, бери. Без... Давай в рюкзак положим. Давай. Давай, на. Сейчас рюкзак дам. Ивану. Водичку. Ну, хороший, хороший. Пока. Люблю тебя. Капюшончик пока. Одевай. Ну, как это не? Угу. Даша, где Клим? Где? Вы поснимаете, девчонки, чуть-чуть для влога моего? Хорошо, я могу поснимать, вам отправить, я поснимаю. Хорошо. Этот, и что он там покупает, потом мне потихаря скажете, ладно? Вам, что ли? Себе. Вот засранец, а. По-моему, он один донер и два. Давайте. Алиса, пауза. Делаю очередную порцию икры. Это вот я чиа замочила. Здесь у меня вперемешку чиа перемолотые, нори и вакаме. Еще добавлю соевый соус. 2 минуты и икра готова. Водички. Вот такая получается икра. Очень классная, вкусная. Мой идеальный хлебушек очередной. В последнее время я добавляю сюда нутовую муку и муку льна. Получается не хуже ничем. Сегодня ездила, поменяла пломбы свои. В общем, на ближайшие годы мой рот абсолютно чистый, идеальные зубки. В общем, жизнь наладилась, как я люблю говорить. А. Да, и никуда ехать не надо, что самое главное. Вот все, спасибо Оксане. Обожаю ее. Что случилось, короче, я тут
читала книжку одну, ну, абсолютно отвратительную, но безумно интересную. И причем, знаете, там сейчас я дошла до такого момента возмездия, когда вот самое интересное, да, я его ждала с нетерпением. В общем, кто читал эту книгу, меня поймет. И я чуть-чуть проворонила свою остановку, ну, буквально на секунду. Я уже, как бы, дверь закрывалась, а я говорю, подождите, подождите, я выйду. И представляете, он не открыл. Он не открыл дверь, хотя это была секунда, просто дверь закрывалась, надо было ее заново открыть, я бы выскочила, и все. Нет, он не открыл. Не знаю, мне было обидно, я злилась, я подошла к нему, говорю, почему, неужели так сложно было открыть дверь? Да, сложно. Вот эти вот люди, да, которые с утра до вечера работают, с одной стороны, я их понимаю, им как бы там не оскорбляют их, и всякое бывает в жизни. Ну, блин, я, короче, шла обратно и плакала. Нас друг угостил манго тайским. Вот привез прям из Таиланда манго и два ананаса вот таких вот. И я считаю, что это кощунство для нашей семьи. Один манго маленький, который все хотят. Ну, хороший еще? Да. Кушай. Идешь? Нет, ты кушай, я тебе порежу потом, когда объешь вот эти кусочки. Че, моя? А Марта ждет, когда я ей нарежу в чашечку, как обычно. Но это же маленький, тут резать нечего. Вов, давай вторую половинку, матусики, хорошо? Не хочу манго. Не хочешь манго? Вот это. Что? А, ананас хочешь? Ну, отлично. Нет, поставила котлетки в заморозке. Я не знаю, что тут есть. Все, в общем, осталось в шкурке. Ну вот. Четыре кусочка. И серединка еще тоже несъедобная. На, малышка. Как? Ну, супер. А ты не наелась? Нет. Обглодал всю кость, как хищник. Вовка весь уделался. Красавчик. Все? Иди ручки мой. Да, давай. Всем нужны зрители. Красавчик.